Друзья, всем добрый день или добрый вечер, у кого как. Сегодня у нас новая силовая броня «Братство Стали». Мы как раз находимся... Так, это разведбункер Тета. Так, ну вот это получается, чтобы открыть, есть два варианта. То есть можно через консоль или можно будет пойти по сигналу, допустим, вот отсюда начинать, по сигналу искать пароли к этому терминалу. Но у меня не было времени, но я уже как бы заходил сюда, поэтому я взял через консоль, открыл. Поэтому самого рыцаря или паладина, скорее, нет, паладин, его здесь нет. Поэтому здесь все у меня вот красным горит, то есть я не могу ничего украсть. Нас интересует вот эта вот броня. Броня Братства Стали. Опа! Ну... Опа, ничего себе. Как-то через текстуры, да, прошли? Вот она. Так, мы уже тут чучело наше убили. Так. Блин, глаза как у Фрэнка Хоригана. Ничего себе. Вот она для коллекции. Самый раз. Мне кажется, бы вот эту бы броню сюда бы по умолчанию бы ватули, вообще было бы круто. То есть есть какие-то тут шероховатости, а есть вот, допустим, вот эти вот красные кнопочки. Так. О, есть кем помахаться, да? Или мне показалось? Показалось. Вот. Вот такая вот. А, во, еще одно. Ну-ка, убираем оружие. Нашивочка сзади, да? Вот она, красная. Братство Стали. Так, и это не одна такая уникальная броня. Есть еще одна. Сейчас пойдем ее искать. Так, и следующая наша уникальная будет броня. Не знаю, то ли силовая, то ли просто. И вот хочу обратить внимание. Здесь на каждом солдате Братства Стали, вот рыцарь, вот это, получается, силовая броня и появилась. Вот у нас второй, как раз таки, то есть вот такая же, вот прямо один в один. А я-то думал, блин, это будет у меня только одна такая, а тут оказывается, вот, на каждом, вот она. Красавчики, кто мог сделал. Так, и к юго-востоку от нашей, получается, церквушки. Юго-восток, так, юго-восток, вот туда. Где-то был здесь рейдер. Ага, вот он. Братан. Конечно, у меня не круче, чем у тебя, но... За меня еще братва заступается. Вот он. Так. Упачки. Какой пулемет у нас. Так, крышка. Эй! Сейчас он уплывет. Стоять, 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 стоять. Так, давай-ка подробнее. Есть. Очки действия восстанавливаются быстрее. Так, о, рыжий. Да ну нафиг. Жетон. А интересно, почему он стал рейдером? Так, ну-ка. Давай-ка оденемся. Да приоденемся. Так, где наша одежка? Так. Так. Оба-на! Вот оно! Вот это вот получается наша. Это просто броня у нас идет. И классно доделано, да? Ничего себе, он прям как этот бедуин обмотался. Ну-ка, где наша братва? Посмотрим, как среагирует. Надеюсь, меня, блин, не застрелят. Вдруг это дезертир, сбежавший. Вот, в принципе, ну нет. Обычная получается броня. А есть вот такая силовая броня. Так, сразу скажу, она без перевода. Перевода навряд ли будем ждать в ближайшее время. Но он-то нам по сути не нужен. Нам нужно... Так, опа, стоп, пропустили оружие.
Во! Вот оно! Так что, ребята, ссылочка будет, как всегда, в описании. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписываемся. Мы не пропали, мы будем записывать в штатном режиме. И всем хороших выходных!